1905 году после оглашения высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод по всей России прокатилась волна еврейских погромов. В Одессе при молчаливом поощрении полиции были убиты более 300 человек. Около 1000 одесситов лишились своего имущества. Бублики, горячие бублики! Ты что сделал, подлец? Кабаки не исходил! Шалон! Ваше благородие, да бросьте вы этого дурака! Идите до сюда, зараз вот все исправим. Подлец. Давайте. Очись быстро. Один момент. Такие сапоги перемазали, мама ротная. У меня вакс-то. Германская, фирма Лавалет. Не вакс, а масло просто. Хоть на хлеб мажь. Чись, чись. Ой, ваше благородие. Что с тобой? Живот прихватил, не могу. Ты куда? Иди сюда. По нужде, ваше благородие. А помнишь погром на Дальницкой? Дракон чертов. Или это я не знаю, какая бывает жизнь? Нас родила мама, так же, как и вас. И эта женщина, наша мама, хотела, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо. И она была права. Как может быть права только наша мама? А вы говорите, я не знаю, какая бывает жизнь. Мама, можно прогуляться, как моя голубка. С милым парнем повстречаться, как моя голубка. Мама, как и я. Что вы его теребонькаете? Ушел? Миша. И ты кому? Тебе, чудак. Какого? Порешил. Ты глядывый, как и жиду. А ну, иди сюда, писюн собачий. Миша. Спокойно, товарищ. Или меня не пугали ножик? Пуля. Иди на выход. Ты тоже. Ты что, братуха? Пошел, пошел. Давай. Ножик брось. Давай по сотке. Ну что? Станция Хацапетовка выходит. Да ты что, братушка, куда выходим?
Туда! Миша, они же расшибутся! Ваня, не портите мне воспитание! Ну. Прыгай, Кокол, прыгай! Ну, а ты что стоишь? Прыгай! Ничего, сволота! Тренемся еще! Заходите, будем рады! А ничего, не расшиблись! Что вы, Ваня, то такие моторные хлопцы вперед нас в Одессе будут! Послушайте, ну, в Херсоне меня принимали на ура. Ну, честное слово, на ура. Знаете, я исполняю куплеты. Целовал без всякой злости эти кожи, эти кости. Ну, про любовь к той женщине. Конечно. Лейзер Вейсбран. Ну, не, не слыхал. Ну, я выступаю под псевдонимом Леонид Утесов. Звучит, да? Леонид Утесов. Да не, господин артист, мы возвращаемся с закрытого пансиона для особо одаренных мальчиков. Так что за вашу музыку мы не слыхали. Скажите, товарищ, а какие сейчас настроения в массах в Одессе? Ну шо вы, ну какие там настроения в массах? Ну, полный бардак. Ну, честное слово, я, знаете, так скажу. Власть у Центральной Рады. Большевики, значит, совсем оборзели. Сами по себе. Сами по себе. А, если каждому давать, поломается кровать. Изя, а ты у Лёвки попроси. Или ему тетка курить не разрешает. Да пошел ты, Фэнч. Силя, Силя, смотри, какой щекочек. Дай мне подержать. Папа, давай будем. Какая собачка. Лёва. Вот. А если кто думает, что мне нужно их 25 рублей, так пусть подавится. Соломон Яковлевич, мальчик вырос. Мальчику хочется на травку. Мишка! Мишка! Шикарный пупс. Ой, что с возвращением. Подбасьте, кто приехал, тетя Аля. Боже мой! Боже! Сашко! Ты видишь, что приехал? Сашко! Тетя, дома, дядь! Це ти! Це я! Дома! Дядь, ти приїхав! Маша приїхав! Тетя, дома! Мері! Мері! А Маша? А ну, сина, йди сюди! Та ти як будто більше столбає! Мощины! Я! Мощины! Это кто такой? Это же Берч. Ты смотри, важно. Тихо. Морф, ты показываешь, а? Ну как у вас тут дела? Ну что, мальчик работает у старого Равиковича щитоводом. Майорчик в порту грузит. В одной артели с дядей Саней. Горячий? Ну а ты что?
Байбачишь? Помаленьку. Миша. Я буду писателем. Как Лев Толстой, только Лев Майский. Все ты говоришь? Да, я уже в этот, в журнал пишу. В два. У меня есть Одесский листок и Моряк. Ну, еще платят. Платят, конечно. Не хватает. Тетка ж померла 2 года назад. Вот я один и остался, короче. Ну что? Да так. По мелочи. А ты что? А? Да. А я так думаю, майорчик. Все, нет у меня другого варианта, кроме как банду собираться. Одесса за меня узнает. Да и денег у меня будет столько, сколько захочу. Сколько захочет? Даже больше, Яша. Работать будем. Только по буржуе. И никакой мокрухи. Это закон. И будет шикарный вид. Миша, ну вот кто тебе наобещал, что тебе такой фарт выпадет? Яша. Это я себе наобещал. Каштан. Так положь. Мама, то не я, то Берчик хочет. Берчик? Бир. Берл, ты что, ёлк? Где евреи, где сало? Там уже маленький шматочек хлопчику, а? Шурик, наливай. Это посмотрите на этого хлопчика, он же тот хлопчик. Давай. Я 1,5 затратил на этого хлопчика. Мама. Шо мама, шо мама? А, это меня выгнали из Хедера? Или это меня Исаак Кунинсон устроил в матрасную мастерскую, чтобы он был здоров? Мама. Фира, сядь уже, сейчас будем кушать. Имейте в виду, что у меня в доме растет другой бандит. Фира, не ломайтесь, как маца на Пасху. Села и кушай. Фира, кушай. Доба, нам с тобой в старости некому будет притулиться, Доба. Нас с тобой ждет горький хлеб. Чего это, Мишка, не бандит? Он политический. А вот это мы с тобой посмотрим. Ну, посмотрим. Посмотрим. Когда, слышишь, он не будет балбесом. Так я, может быть, и передохну. А когда его тянет в бандиты, так он лучше бы не возвратался. Нехай. Нехай. Будем. Ну что, как? Годится. Не годится. Что, хороший костюм? Ага, только слегка затруханный. Яш, ну я надо что-то, я не знаю, получше там, чтоб фасон держать. Вот это, например. Миш, как тебе? Да ну. Во! Шикарный вид. Миш, это же фрак. И шо? И шо, шо? В нем не ходят. А что с ним делают? Миш, его одевают там, ну, в театр там, или на похороны. Не выдумывай. Яш, а где Миша? Ему что, ничего не пришлось? Папа, да вот же ж. Что ты выдумываешь, Яша? Это ж передо мной стоит настоящий лорд Чемберлен. А Миша, вы извините за откровенность, больше смахивал на босика? Папа, то Мойша. Вот что можно сделать с человеком. Приличный, недорогой костюм. Если его, конечно, пошил хороший мастер. Торговля делает с нас артистов. Из меня бы вышел неплохой комик. Скажете, нет? Или... Такому интересному молодому человеку нельзя ходить в чем попал. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех,
кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою, так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом что? Плече. Асфодель? И каждый из мрака Миша, смотрел это псевдоним. И слушал, как белое платье пело в луче, и всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели, и голос был сладок, и луч был тонок. Лева, и только высоко конец? У царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Браво, господин. Давай, давай. Господа поэты, я извиняюсь. Зоя, это тебе. Спасибо. Можно тебя поцеловать? Можно я поцелую Зою? Вам понравилось, Миша? Да, еще бы куплет, я бы заплакал. Что ты свои не почитала, Зоя? Настроения нет, Лев. Потом кому нужны мои стихи, когда есть стихи Блока? А что здесь такого? Блок это вообще уже никому не интересно, знаешь? Вот и я говорю, Блок живой труп. Паковский футурист. Лев Майский, репортер. Очень приятно. Не желайте с нами водочки. Нет, извините, я с другом. Миша. Ну, а мы... Я. Ну, шутка. Оп. Слушай, это верманы? Да. Какая она стала. Кто? Ну, та, которая постарше. Циля. А как ты думаешь, Лёва, если подойти? Да ну, Миш, вы же не знакомы. Ну, еще познакомимся. Слушай, ну это неприлично, а? О, много ты понимаешь. Миша. Циля. Мое почтение. Распорядитесь насчет Зельтерской. Ну, поживее, голубчик, поживее. Что вы как не живы? Зараз обопьете. Извините. Что это было? Кушайте, пап. Все хорошо. Что ты таки на, говорю. Отстаньте, а? Себе забери. Они меня в этом лапсердаке за человека приняли. Ну что, Миша, ну спутали, ну что? Я же тебе говорил, что не надо. Ты в лапсердаке действительно похож на офицера. Миша, я про... Да... Риба. Да не бери ты в голову, Миша. Ладно, было бы с чего. На мой вкус там вообще фигура не очень. Лёва, я плевать на твой вкус. Да я к тому, что она худая. Ну все, все, ладно. Да ты не понимаешь.
Я же только из-за нее и вернулся. Не без нее Одесса, она ни к чему. Да не вырезались ничего, поверь ты моему опыту. Будем посмотреть. Да это дешевле умереть, Миша, они с тобой даже говорить не будут. А с королем они будут говорить? С королем, может, и будут. Ну вот. Так я буду король. Пошли уже, король. То ребята ждать будут. Ну и что вы скажете за это дело? Миш, я с тобой. Я. Ты что молчишь? Миш, ну ты же понимаешь, что... У меня есть что впереди. Но ты мне предлагаешь такие вещи. Ну, как знаешь. Только после не проси. После совсем другой разговор будет. Крутится, вертится, хочет упасть. Оружие достать можешь? Я могу. Ты! Крутится, вертится, хочет упасть. Вон тот, что в фариках, пиндос. Второй Марик, наш пацанчик с молдаванки. В общем, все свои. Патроны есть? Сейчас такой стал. Я... Зоя, скажи. Да, он такой... Какой? Сильный такой, яркий такой. Ну да, яркий. А чем он собирается заняться? Не говорил? Да так еще не решил. А я слыхал, что решил. Да? И что? Шорох пошел, он банду собирает. Да ну, Ося, какая банда? Где Миша и где банда? Ну так что? Правда? Ось, вот ты в своей уголовке уже на всех думаешь. Ничего подобного. Лёва, только я тебя прошу, не вяжись с ним. Он сам по себе, а тебе... Ося, вот что ты пристал? А, Зоя, скажи ему, пожалуйста. Ося! Ноги вырву, спички вставлю. Понял? Зоя, сколько я тебе раз говорил? Ося, ну женщины сейчас курят. Вот пусть те женщины и курят. Ось, ну ты прям как бабушка Рая. Прости. Так. Стоять. Делайте ставки, господа. Спринтер, почему вы все время играете по маленькому? А с какой радостью мне играть по крупному? Ой, только не надо приведняться. У вас с какой радостью? Когда он людям нечего жрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, Сережа Амонский. То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезному человеку. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Ой-ой-ой. Вам легко говорить, когда такой урожай пшеницы и у вас зерна на миллион. Что с того? Когда в Аргентине настолько хороший урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре. Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного Черноморского флота. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело.
Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут кто чем богат. Господа, только чтобы не было никакого беспорядка, я вас умоляю сохранять спокойствие и революционную сознательность. Коньячку мне налил? Коньячку где? Печатку сымайте. Она не сымается. Пиндос, тут у человека печатка не сымается, помоги ему. Не надо помогать, я сам. Яша, давно вы стали матросом? Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Давайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то уж он переживать будет. Молодой человек, прошу не волноваться. У меня до вас очень серьезный разговор. Я с удовольствием, но в другой раз. Нам с товарищами надо скоро ехать. Это очень серьезный разговор в пятницу, если, конечно, вы свободны. Со стороны городского сада Преображенская. Вот очень серьезный разговор. Прошу вас. О, Миша. Благодарю за внимание, господа и дамы. Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут 10. Адьё! Здравствуйте, тётя Люба. Здрасте. Вставай. Вставай. Ося. Это уже утро. Ты работал в казино? Что? Вот только не надо мне беременеть голову. Пальчика узнали, а тебе говори. Дело дали мне, так что одевайся. Шутишь? Одевайся. Ну, а если нет, то что? Ты драконов своих покличешь. Я соскарь японец. Это ты понимаешь? Не дурак. Тебе нужно пропасть на время. Есть где деться-то? Найдется. Знаешь, чего я не хочу? Чтоб когда-нибудь мне пришлось в тебя стрелять. Сильно не хочу. Ты в чем же дело? А в том, что если придется стрелять, я буду стрелять. Чтоб ты знал. Буду знать. И что приходить? Ребенок не спал всю ночь, чтобы приходить. Правду говорят? Да какое казино? Только не делай мне волну. Все знают, что ты имел казино. Что ты такое говоришь-то, а? Кто такие глупости болтает? А ты мне платье купишь? Какое платье? Я видела в магазине Шнейвис одно платье. Там такое платье, но это невозможно. Послушай, посмотри.
Сиреневое все. Все? Туда цветочки. Да. Тут орюшики. А тут окружево, ну что с Парижа? Ну купишь? Отстань уже. Мощь. Мэри, иди до мамы. Я посуду мою. Я сказал, иди до мамы, а то кнута получишь. Мама, вы слышите, что он говорит? Я тебе так скажу. Если ты решил стать басотой, то мне басотой не надо. Тогда лучше съезжай с квартиры. Вот так вот, зараз съезжай. Нам такого не требуется. Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне непонятно, с чего вообще такие разговоры. Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело. Но в моем доме я бандюгу не потерплю. Так что или гей век, и зайн гизинт. Если вам надо, чтобы я съехал, так я съеду. Только после вам самому будет стыдно. Вы будете гордиться, что у вас такой сын. Яше, не надо. Крутится, вертится, шага. Мои хорошие, когда я был еще совсем крохой, я сказал своей бедной любимой маме: мамка, я хочу стать матросом. Вы думаете, она засмеялась? Нет. Она как следует побила меня и долго-долго плакала. А потом сказала мне: Ёнчик, сынуля, запомни, Невроченко на долгие годы флот, и это не для евреев. Так она ошиблась. Она ошиблась, моя бедная, любимая мама. Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море, и с головой, как у целого адмирала, то есть флота, можно кое-что поиметь. Вы читаете мои мысли. Поэтому я хочу поднять этот бокал за человека, который показал, что флот и евреи – это не есть две большие разницы. За вас, Миша. Зайд Гизун! Ваше здоровье, Миша! Я не сомневался, что вы придете, Миша. Я вас умоляю, не надо нервничать. Откуда вы меня знаете?
Такая работа, знать за все. Меня зовут Барский, Лев Барский, к вашим услугам. Я прошу прощения, что принимаю вас в такой задрипанной обстановке. Из всей мебели тут нашлось только этих два стула. Так я предлагаю присесть. А вы слышали за Барского? Я слышал за Барского. Ну, тогда мне не надо говорить, что в Одессе все серьезные дела не обходятся без меня. Такая у меня работа. Я помогаю людям делать правильно. И все меня благодарят, потому что я беру мало. Я маленький человек, мне довольно 5%. Скажите, что это скромно. Это скромно, господин Барский. Так вот, Миша, я вчера смотрел, как вы работали в казино. Я вам скажу, как пожилой человек. Такая работа. Хамство и босяцкая глупость. Это так и никак по-другому. А если по случайности? Хозяин казино не отпустил бы стражников на свадьбу дочки их старшего, чтобы получилось в таком разе. А в таком разе получилось бы полную чепуху. Началась бы пальба. И в этом бардаке положили бы кучу народа. Так работать нельзя. Послушайте, что я вам скажу. Когда я вчера смотрел вашу работу, я подумал, весь мир, это просто какие-то шалопаи. Но потом я сказал, Барский, у этого юноши есть стиль. Ну, может, насчет матросов лишнее. Потому что настоящий еврей не может вырежаться матросом. Но самое главное, есть хватка у этого юноши. Поэтому я хочу сделать вам одно предложение. Конечно, если вчера был не каприз, и вы решили заняться делом серьезно. Я собираюсь заняться делом серьезно. Тогда я делаю вам предложение. Поверьте, Барский предлагает услуги не последним людям, я обслуживаю только первый сорт. Я принимаю ваше предложение. Дальше. Тогда вложите себе в уши две вещи, которые я вам скажу. Вам нужны люди. И чтобы вы не думали, что Барский шутит, я пришлю вам человека. Это мой племянник. Это юноша из приличной семьи, очень толковый. Возьмете его до себя, и это будет вам гарантией, что Барский не шутит. И последнее, Миша. Вы знаете, что может помешать вашей карьере? Что еще один артист в местной труппе будет лишний? Потому что в Одессе все решает старый Мендельгерш. Поэтому я вам рекомендую, пока еще прилично, идите до Герша. Господин Барский, у меня свой интерес. Плыви, 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 плыви! Давай сюда! Ох. Хорошо. Пальчик, да. А ты у Пинца про пулемет спрашивал? Спрашивал. Но? У него нема. Точно? Слушай, ну сейчас он приплывет, можешь сам у него спросить. А что, у тебя языка нет? А что, кстати, Буцис? Он говорил, что у него есть один. Да ты что? Но только не гожий. Ну, отдать обещал со скидкой. Вот он мудрый. А на кой нам не гожий? Изя, его ж починить можно, а выйдет дешевше. Понимаешь? Ну что, берем? Да можно. Нехай будет. Японец, я к вам. Меня Барский прислал. Меня Костя зовут. Гимназист? Реалист. Бывший. Ну и что ты умеешь, гимназист? Миш, нам такое нужно? Что нужно?
Стрелять умеешь? Можно? Гадюка! Я за нее 15 рублей отдал! Ты понял? Ты видел 6 дыр? Да ну, что я говорю? Убил бы! Извини. Ты где так назабатился? Да у нас в Екатеринославе отряд самообороны от погромщиков. Ну, я там... Я вообще оружие люблю. Пистолеты, пулеметы. Ну что, майорчик, берем... Годится. Пошли, пошли, извини. Я твою кепку возьму. Смотри, не надо нам пулеметы. На, ешь. Хоть бы раз дома заночевал. Кто живет неизвестно где. Как будто у него дома нет. Где ты живешь? Мадам Баси в заведении живет. Что, мадам Баси? Там же живут девочки. Хочется ржать. Ты же ходишь за девочек? Да не, мам. То Мэрика шутит. Мэрика шутит. А тогда где? С майорчиком мы живем на холостую ногу. А что на холостую? Ты уже вполне пора жениться. Да не, мам. Мне не пора. Вон Мэрике пора. Ой, она меня быстрее заходит в могилу. Он вчера приходил человек, так она же нет. Мамаша, ну что вы такое говорите? Ну он же старый! Ой, это ты новая. Да у него детей целых 3, оно мне надо. Ну что, 3? Ты родишь ему 4, какая разница? Какая разница? Я не хочу. Надо. Второе. Спасибо. Фира, все, антракт. Хватит греть уши. Вы злитесь, маленький котенок, что все ругают и гоняют вас. Вы знать хотите, чей новый ребенок? Ой, мы сейчас расскажем все за вас. Ваш папа знатный шмаровозник, сестрица ваша лазит по карман. Мамаша вам торгует на привозе, а родный братец шлема хулиган. Ваня Борисович. Яша, ты же знаешь наши порядки? У нас такие порядки. Нужно, чтобы все было прилично. Ваня Борисович, ну что же вы меня обижаете? Мы сами приличные люди. Ну, ты, я об этом и говорю. Рай, перестань жевать. Ну, что подумают о тебе молодые люди? Особенно такой красавчик. Ну что вы смущаетесь? Дело житейское. Идите по комнатам. А что понадобится? Покричите, и Фроська вам все принесет. Ну? Это. Японец. Это Яшина симпатия. Он до нее уже месяц ходит. Выбери раечку. Будет тебе такая любовь. Я хочу эту. Пальчик уступишь? Да забирай. Что ты улыбишься? Пойдем. На большой дороге, а ваша тетя ходит убирать, а другий братец вам сидит во строге, другая сестрица, да и вовсе ла-ла-ла. Ваш дедушка был аидиш и колбасни, а ваша бабка банщицей была. И вы, котенок, сами безобразней, по вас давно соскучивший,
По вас давно соскучивши. Правильно, правильно. По вас давно соскучивши. Тюрьма. Тоже вскочил. Мне еще спать надо. Ты куда спать? Не хочу. Ну, тогда я не буду. Ну, не спи. А ты теперь всегда меня вызывай. Хорошо. И мадам скажи, чтоб ни до кого меня не допускала. Скажешь? Скажу. А то есть такие. Я же заведение самое хорошенькое. Да ты что? Да. А знаешь почему? Нет? Ну откуда ж? Смотри. Вот. Видишь? Ну. Ну. Ну рука. Ничего не рука. Что, не видел? А же я должен был видеть. Запястье. Узенькое какое, видел? У меня и ноги такие же. А, смотри. Видишь? Щиколоточка такая же узенькая. А это что значит? И что же это такое значит? Это значит, что я с благородных. Ну что, поедем кататься? Кататься? На море. Кто? Дяденька. Не рыпайся. Собирайся. Худой. Тудой. А кататься? Другим разом, Розочка. Зараз на катафалке прокатись. Брюки застегни. Почтение, Ерш. Ну зачем выдергивать человека с постели? Ерш, когда впереди работать, нужно хорошо бросить в топку. Ерш, при такой жизни нельзя без пригляду. Если без пригляду, выйдет чепуха. Когда кто тут собирается работать, надо хорошо знать, что у него под шапкой. Пан Мендель, я хочу прибиться до надежного берега. Тот, до кого я прибьюсь, будет в выигрыше. Я не люблю беспокойных людей. От беспокойных людей один беспорядок. От меня не будет беспорядку. Попробуйте меня. Хорошо. Я попробую тебя. Я знаю. Может, из себя выйдет толк. Я попробую тебе на Гепнере.
Лихаем. Лихаем. Красивый хлоп.